Вот такие бы я поел. Хрустящие кукурузные хуты с медом и арахисом. Ну, блин, отказал. Питание в пользу здоровья. Фитнес. Теперь кисломолочка моя, все. Как говорится, кисломолочка он, как говорится. Игорь Петрович снова отказался от этих всех мучных кондитерских, блин, изделий. Электричество будет стряпать. Снова перешел на кисломолочку, творог, кефир, мед. В общем, снова только на все натуральное, творог. Дома было распаковать. Вот видно творог, кефир, и он мед и будет. Тут ни хрена, наверное, не получится. Это на складе, блин. Ладно, я сейчас употреблю. На природе нет лучше ничего, чем кисломолочки. Молока свежего и холодненького, кефирчик. Я потому что не употребляю спиртные алкогольные содержащие спиртные напитки. Хотя в кисломолочке тоже есть маленькая доза, только совсем маленькая, но она не опасна. Да и так говорят, не знаю на самом деле, правда это или нет. А кисломолочка хорошо освежает в этот, после того тяжелого этого жаркого рабочего, блин, дня, блин, а сейчас вечер, блин, ветерок такой прохладный, хороший ветерок, там, блин, он мешает, вот видно творог, я говорю, что вдвоем с кем-нибудь снимал, блин, который у меня нету, да, было бы лучше, она бы помогала, стенка моя была вообще, блин, фильмы бы снимали, а не творческий, одаренный человек. Мы с ней вообще замутили фильмы всякие. Наподобие индийских даже лучше. Было бы шикарное фильм вообще. У нас бы миллионы человек, смотря на нас были миллиарды рублей. Но это только бюджеты. Я бы, наверное, режиссером, я записатель. Но сейчас уже к одиночеству привык. Это тяжело. Привычки. Тело привычки.